Вот такая бухта, стеклоарматура. Часть уже нарезал, померил, 2 метра на фитиль надо, что длина по 2 метра прутков нарезал, вот осталась половина. Трехметровая дель на 8, стеклоарматура, вот штанга алюминиевая. С той стороны, а, дырочка. Ничего толком не написано, так штрих-код. 2 метра она высотой. Тоже разметил, по 10 сантиметров нарезал. Вот разметил. Трубочки распилил по 10 сантиметров. Длиной. А тут по 5 сантиметров отметил маркером. И вот сейчас одеваю вот так. До отметки и в сторону отлаживаю. Вот некоторые туго получаются, ребра высокие, отливка идет, что вот это ребристо, наждачкой стираю, если высоко мешает. Ты наждачкой это стираешь прямо на диван, да? Стеклоарматуру, ну, туда? Да, она потом вот не сильно чешется. Спасибо, что предупредил. Я вот сейчас зубильцем пару зазубренных буду делать на каждом. Все, а потом соединять. Тима, убирай глаза, лопнет. Это сильно вот такая прочная восьмерка. Прям жесткие кольца будут. Крепкий фитиль получится. У меня еще шестерка куплена. Сейчас первый фитиль сделаю с восьмерки, а потом хочу сделать первое кольцо восьмерка, остальные шестерка, что на первое кольцо нагрузка больше идет. Покрепче надо. Так, вот такое зубило у меня. Занес кувалду в качестве наковальни. И вот так вот. Сильно не надо, чтобы арматуру не перебить. Для фиксации хватит. Клубочек свой развязал. Делью. Так, сейчас для начала отмеряю 4 метра. Это у меня будут огороды. Потому что край тут вот разлохмаченный, что-то начало. Как бы бухта цельная была, покупал новую. Ну, отмеряю вот так вот. Я по своей мерке. Вот так вот. 4 метра получается. Сейчас отрежу ровно и отсюда уже потом начну насадку. Это у меня на огороды пойдет. С вот этого лоскутка у меня 3 огорода получится. Ну, 3 крыла фитилей. На 3 части его буду разрезать повдоль. Так, отмерил 4 метра. И вот так вот ровно распределяю. И стараюсь вообще посередине ячейки стричь, чтобы узел не расползался. Так. Ну и все, вот сейчас край ровно, отсюда начнем отсчет. Сразу на второй заход. Это клубок у меня маленький был, я со второй стороны брал. Тут сейчас если разматывать, это очень долго будет.
Сейчас сразу отрежу. Пятнадцать с половиной ячеек отсчитал. Кольцо также 10 отмеряем. Так и налаживаю. Сразу сейчас вот две нитки будем собирать. Второй заход будет у нас здесь. Это будет у нас второй заход внутренний. Вот надо одевать, чтобы еще оставалось пол ячейки. Если в край одеть, они вот эти вот потом распустятся, и она будет соскакивать. А тут вот запас пол ячейки еще делаешь. Последнее кольцо, четвертое, тоже 8 ячеек отступаем. Так, и выход у меня будет 12 ячеек сделаю. А, 12,5 сделаю с запасом. Так, все теперь кольца. Не окислялась, и изолентой обмотаю с запасом вот так.
сделалось. И начнем сшивать. Так, это у меня выход будет. Так, это... Сшивать начнете, что смотрите, чтобы заход был внутри кольца, а то можно так сшить, что он будет снаружи. Начинаю с первого захода. Все, узел завязываю на кольце. Сначала начинаю от кольца. Вот это первый заход будет. От кольца я сюда к заходу. Переворачиваю наоборот и начинаю кольца вниз. Сейчас получается до самого конца. И все, да? Сейчас вот отсюда привяжусь и навстречу пойду и до конца. Шов всегда делаю снизу. Там кто-то делает наоборот сверху, что когда много рыбы, что шов вскрывают и отчерпывают, но я постольку не ловлю, чтобы не вытащить было. Или у нас рыбы столько нету. Вот пока справляюсь. Ни разу не было, чтобы не вытащить было фитиль. С треском да вытаскиваешь. Все, принцип тот же, да? Все, я так и пошел, делаю стыки, чтобы шли ровно по низу, пошел. Он тут и вес побольше, кольцо, он стабильность придает, ровно, что фитиль встает. Но вот с этими, не знаю, со стеклоарматурой, как она легкая будет, наверное, сильно. Может, придется грузила делать. Ну, я думаю, если натянуть хорошо и на дно ставить, то за счет натяжки он все равно на дно встанет. Так, чтобы сшить заход второй, надо вот так. Получается, это кольцо сюда вот посовываю. Внутрь фитиля надо нам добраться. Так, все, довязал я. Теперь обратно делаем. Это кольцо внутрь заправляем. Так, это вот
теперь со второго захода, опять же, его сюда вытаскиваю. Шов находим, где сшивали. И пропускаем нитку по кругу через каждую ячейку. Будем делать горло у захода. Так, делаем, какой его надо диаметра нам заход. Ну, я делаю, чтобы ладошка влазила спокойно, примерно. Ну, вот даже побольше, так, на шестерочного карася. Всегда на глаз делаю, без всяких мерок. Ну, с меркой, конечно, идеально было бы делать. Так вот, примерно. Сильно большой сделаете второй заход, рыба обратно выходить будет. Делают, конечно, там щелевидные такие, я не пробовал, не знаю. Вот делаю ромб чисто такой вот. Так, и делаю растяжки 4 штуки. Отрезаем сантиметров по 50. Теперь напротив стараюсь распределить дыр, чтобы одинаковое количество было с двух сторон. Так, примерно. Так, и первый заход также наделываем. Большой вот такой, примерно тоже все на глаз. Как бы такого достаточно будет, как дед говорил, чтобы голова пролазила. О. Также вяжем 4 растяжки. Все, 4 растяжки готовы. Сейчас на потолок буду подвешивать, у меня там гвоздик специально сделан. Так, все, подвешиваю на свой гвоздик тут. Все вот так распределяем, чтобы примерно ровно нитки все разъехались. Все, сейчас начинаем с первого захода вязать. Чуть сюда добираемся. Так, первую нитку вяжу вот на нижней, где шов у меня, кольцо. Нижний по тому же принципу будешь, да, делать? Да, и вот эти... Еще хотел сказать, вот эти ниточки, лишнее что остается, я всегда оставляю, потому что приезжаешь на рыбалку, бывает, раз, у тебя сюрприз, андатра дырку проела, и вот уже запасная есть, отрезаешь и чинишь. Так с собой же не будешь клубок возить сюда, как бы длинные не надо оставлять, они там путаются потом. Ну вот, сантиметров 15-20 для запаса всегда, чтобы было. Так, второй заход сделал. Сейчас осталось на выход сделать, веревку пропустить. Опять же отступаем, не в крайний узел пропускаем, ну не в крайнюю ячейку, а одну, ну лопатку одну отпускаем. Так вот. Следующую продеваем, чтобы
она до края не доставала, еще вот это было, то она сразу быстро вообще распустится. Стараюсь сейчас ниточки подлиннее делать вот эти выходные, потому что когда под лед ставишь, лед уже толстый, не хватает не дотянуться, отвязать веревку. Так, бочки у нас готовы. Сейчас буду резать. Это изначально отрезал 4 метра на огороды. Разрезать буду. Буду резать на 3 части повдоль. В глубину 63 ячейки. Буду по 21 ячейке отрезать. Делить. 21 ячейка пойдет на огород, высота огорода будет. Все вот так отсчитываю. Все, вот здесь будем резать. Вот так вот ее раздвигаем. Конечно, резать не совсем удобно. Сложил. Натягиваешь и ножницы оставляю, чтобы запомнить где. Все, и дальше вот так растягиваю. Огород отрезал, вот такая получилась у меня тонкая штучка. Сейчас делаем дальше вот так. Берем бочку, немножко разровнять, чтобы ячея ровно стала. И привязываем поводок. Смотрим, чтобы вертикально было. Чем ровнее привяжете, тем фитиль ровнее вставать будет. Как бы низ у меня вот здесь будет. Вот вроде по центру. Огород у меня примерно метра 2 будет, но отмеряю сразу где-то 2,5-3 с запасом, отрежу лишнее там. Где-то вот так. Так, и вторую низ тоже привязываю сразу. Так, теперь считаем, сколько у меня здесь ячеек. Начинаем сдевать модели, отступаем 10 ячеек. Все, вот так вот, 10 отступили, и начинаем сдевать. Сдевал вверх и вниз, так вот получилось у меня. Все, тут вот запас остался, 10 ячеек, это внутрь пойдет. И тут 10 ячеек, это на вторую бочку тоже, тут запас остался. Все, сейчас натягиваю вот так примерно. Сейчас сделаю одну сторону, сразу тут закреплю и внутрь сделаю, потом регулировать буду. Привязываю вот здесь.
заход сюда вытаскиваю. И вот эту крайнюю ячейку начинаем продевать. Ковер бежевый, это бежевый, плохо на фоне то видит. Да, так принцип-то все равно понятен. Обратно вот сюда в заход и вот сюда выводим. Вот сейчас натягиваем нитку. Все, она у меня вот она встала туда. Это будет как фиксация. Берем 3-4 ячейки вот так вот вместе крайние и верхние нитки вместе стягиваем тоже. Привязываю. Неловко. Да. Да тут это. Непонятно. Непонятно, но. Смысл, чтобы край привязать вот здесь вот, край дели, вот 3-4 ячейки, что тут же меньше, чем здесь, их вместе стягиваешь и тут вот фиксируешь. Просто пучочек такой, да, получается. И да? вот эту теперь пришиваем вот тут, ну, в 3-4 местах, чтобы не провисало, вот такое не было, чтобы рыба не проходила. Тут даже не 10 надо было, 9 где-то. Ну, сейчас вот просто эту привяжу сюда и все лишнее. Так, пропускаю. Вот так вот. Так же ты через 3 ячейки, да? Да, да, там через 2, через 3. Тут уже не важно. Главное, чтобы провиса не было. Нет, захватываешь, я имею в виду. Ну, в вот начало две, а тут уже одну, потому что тут же полная ровно высота. Получится. Одна сторона, сейчас вниз еще. Вот все, никуда он не провиснет, ничего. Сейчас переворачиваю в эту сторону также. Так, низ тоже привязал, готово. Все, одна бочка готова, одна сторона. Сейчас надо вот с размером определиться, расстояние, как отмерить, где вторая бочка будет. Так. Примерно вот так вот делаем, как крыльцо. Ну вот где-то вот в таком положении должно быть. Сейчас если будем увеличивать веревки, вот он начинает съезжаться с середины. Вот такого не должно быть. Вот у огорода съехалась середка. Вот чуть добавляем нитки. Раз. Если короче сделать еще, начинает середина провисать. Вот так вот будет болтаться. И вот надо вот примерно так руками. Сколько тут расстояние кольца. Так вот чуть отъезжаем.
Так, это уже многовато, вот начала провисать середина. Вот чуть-чуть, вот как со слабинкой, вот так вот должно быть. Буду сейчас метки поставлю вот здесь. Отмечайте вверх всегда, когда вот отрегулировали примерно. Отметить верхний поводок надо. Зачем сейчас? Потому что вот верхний отметили, где будет. Все, можно привязывать, чтобы здесь уже было кольцо. А нижний уже другой веревкой меряешь верхний. И 5-7, ну вот это 7 сантиметров 5 добавляешь, нижний длиннее делаю. Потому что сейчас так не смерить будет длиннее его. Это вот там надо идеально ровно поставить. Вообще-то подержи сейчас, я посмотрю там, если ровно, сразу тут добавлю. Ну-ка чуть перепусти, вверх ослабь, ага, еще. Так, примерно вот так держи. Так, и все, вот делаем где-то на 5 сантимов подлиннее низ. Сейчас надо привязать так, чтобы вот эти метки, на этих метках кольцо получилось. Так. Ну, тут придется просто узлами вязать простыми. Ну вот по БМу вот эта нитка всегда уезжает, бывает, в стороны. Поэтому уже будет, где привязали, там и будет стоять. Уже не сдвинется. Как бы тут плюс арматуры. Нитку вот эту желательно не крученую, а вот в оплетке. Вот типа, что-то вот такой вот. Вот она тоже, огород, нитка хорошо по ней ездит. А вплетеная бывает, она как бы тоже не очень хорошо. Надо, чтобы все свободно шевелилось. Дель спрашивали, где покупали. Узнали, кстати, мы на рынке. Вот, как бы, вот это адрес, где да. Дель продается, и нитки все, не знаю, у них на сайта нету, наверное, там смотреть надо. Может и есть. Которая из лески Дель идет, она, они уже с Китая, да, ее, там у них личная договоренность, а вот эту вот Дель они в Тюмени покупают, вот адрес, если что, смотрите, ищите сайт, в Тюмени они сами ездят, закупают, не через интернет. Но здесь ты также внутри будешь делать, да? Да, также сейчас второй заход, также привязывать буду все. Ну вот, мы тычку тут, допустим, подкнули. И вот, как обычно говорят, на водоеме ты идешь, и с тобой вот ставится сзади. Вот идеально он, отрегулирован фитиль, все, можно даже не оборачивать. Вот 2 минуты, ну какой 2 минуты, 20 секунд займет установку. Вот еще раз давайте проверим. Я зашел в костюме в воду, тычку втыкаю и пошел вот так. Вторую тычку воткнул и выхожу на берег. Все, фитиль стоит, никаких поплавков не надо, ничего.
Идеально. А на зиму поплавки делаю, потому что мы затягиваем подлет его, и он может там попасть, трава какая-нибудь, что вот она будет боком так вот чуть-чуть, он уже сам не встанет на место. Ножи в траве там, если чистый его даем, то можно без поплавков. А вот на видео там снимал, там на дне ковер травы, и она получается, тяну 2-3 связки вместе, и она, если трава там сгурьбуется, ну, кучку соберется и будет, вот он боком встанет чуть-чуть, вот так, и все, уже ловить он не будет. А поплавки есть, он все немножко его выравнивает еще. Вот только на зиму поплавки применяю. Летом никогда поплавки не делаю. Плюс еще поплавок. Ну, выдает фитиль. Видно же их даже через воду белые там. А так в мутной воде поставил его, и все, никто там у тебя его не найдет, пока не запнется. Вот сейчас еще схемку нарисую, сфоткаю. Ну и все. Видео вроде все сказал. Так, вот нарисовал схемку такую небольшую. Там не знаю, кому понятно, непонятно будет. В общем, выход 14 ячей. От первого кольца до второго 8. 8. Тут 10 ячей. Первый заход 10. Второй заход 16 ячей. Ну все, огород я тут не мерил, сколько он в длину получился. Ну, 2 метра, наверное, где-нибудь 2,20, так, потому что 4 метра дели было, усадка в половину. Так, это ячья у меня 26. Глубина дели 3,20. 63 ячейки. Диаметр кольца 64 сантиметра. Пруток для этого кольца использовал. Ну, как раз 2 метра выходит. 2 метра нарезал прутки, загибаешь, вот 64 получается диаметр кольца. Прутки со стеклоарматуры брал, стеклоарматура 8 миллиметров, все трубками состыковывал. Высота огорода в ячейках 20? Ну, получается, если на 3 разделить, 63 ячейки, 20. Ну, 21 ячейка, получается, высота огорода будет. Ну, и все как бы. Задавайте вопросы в комментариях, напишу, как бы я думаю, доступно, кто занимался, думаю, поймут, кто не занимался, пробуйте, тренируйтесь, все равно получится. Когда-нибудь. Ну, оно плохо начинать, конечно, с нуля, но когда кто-то подскажет, и вот как бы есть где посмотреть, так оно вроде как бы и просто все, потом получишь, когда попробуешь, так оказывается просто. Ну и все. Всем пока.